Могу предложить вот это, чуваки, для хорошего сна. Фанкер, ты заебал мне. От тебя. Город просыпается. Город просыпается. Фанкер, благодаря тебе у меня поднялся 5 онлайн. Итак. Почему нет баллов? Я уже сказал, у меня нет компаньонки. К сожалению, этой ночью был найден труп, жестоко убит. Горло просто разрезано полностью. Весь грязный, в крови. Ну ты смотри на него еще, нагнетай атмосферу. Ну-ка. Ну как будто, блядь, не знал. Блядь, ну наступает утро, и город просыпается. К сожалению, снова, к сожалению, доктор не попал, и депутана не попали, и убит жестоко, еще жестче, чем в прошлый раз, просто проколот ножами, сотню дырок в теле, умер Винишка. Так, доктор засыпает. Просыпается город. Точнее... Шкила! Ну давай, смотри мне в глаза и говори. Этой ночью полом в сердце и привязан к дереву. Блять, мне уже с Алиной страшно общаться, помогите. Не стесняйся, больше подробностей, пожалуйста, больше подробностей, не стесняйся. Вы два садиста конченых, идите отсюда. Его половые органы были повреждены? Там были сопли. Там не было почки. Ну давай, ну смотри на меня, ну куда ты поворачиваешься? Как же она писала? Да-да-да-да. Пизда эпику, блин. Я не уверена, что так можно крутаны делать. Это школьники, кстати. Школьникам все можно. Ладно, хорошо. Беременна в 16. Ладно, я приму. Да. Так, все. Записали. Порно записали на видео. Видео будет. Наши школьники просыпаются. Я школьник. Я завтра. Итак, этой ночью. Ну не смотри на меня, отправим живы. Подумал. Он чего? Все просыпаются. Итак, сегодня ночью был будто загрызен, короче, как будто собаки просто разгрызли, ни кожи, ни деда, но мы смогли распознать труп. Ну не так же столько. И это был Глинт. Ну, понятно. Ну, я сказал. Нет, мой мальчик.